называемым огневым прикрытием. То есть, если со стороны России будет проезжать какая-либо бронетехника или какие-либо КАМАЗы, работают наши разведчики, наводчики, то она будет уничтожаться с воздуха или огнем артиллерии. То есть до конца мы еще не заняли все пункты на границе, но осталось совсем немного. Думаю, что в ближайшие дни этот вопрос будет закончен, но на сегодня практически невозможен уже прорыв каких-то крупных групп бронетехники и крупных групп наемников в Украину. С другой стороны, нам предстоит по-новому укреплять всю границу с Россией. Мы должны сделать ее современной, высокоэффективной, такой, которая позволяет предупреждать прорыв с той или иной стороны, а не бороться с его последствиями. Еще запитание?